Само выступление этих двух коллективов на одной сцене удивительно. Однако квартет народных инструментов и камерный струнный оркестр сыгрались на превосходно. Солисты Нижнего – это коллектив, который постоянно совершенствуется в классических стилях и в то же время играет много современной музыки. Если в инструментах, то вот стайл-квартет – это две домры, балалайка, контрабас и баян. Если в людях, то две очаровательные девушки и столько же, то есть два молодых человека. Отличается ансамбль народных инструментов, как это ни странно, любовью к экспериментам. Мы вообще очень любим экспериментировать, и стайл-квартет, он вообще отличается как раз тем, что мы работаем вне рамок, вне жанров, вне стилей. Мы постоянно экспериментируем то с диджеем, то с различными певицами, певцами, как оперной сцены, как джазовые эстрадные певицы, потом народные певицы. Оба ансамбля молоды, полны азарта, ищут и находят в музыке нестандартные пути. Рано или поздно мы должны были встретиться, считают музыканты. А еще они уверены, что до них никто не решался выступить в таком составе. Идея у нас родилась еще летом. Мы думали о том, что вот неплохо было бы объединить усилия двух коллективов нижегородских, известных, которые давно работают в Нижнем Новгороде, но наши как-то вот пути не пересекались никогда, и мы подумали, почему бы не сделать совместную программу. Основой программы стала музыка композиторов барокко и современные произведения. Вивальди, Пьетцолла, Зайцев и Дунаевский. А между участниками квартета и оркестра, меж тем, царит взаимопонимание, как на борту самолета. Мария Ульянова, Виктор Киселев, Объективно, ННТВ.